тихими зимними вечерами хочется немножко сказки, немножко загадочности. Сегодня я расскажу про свои новогодние картины, про свои идеи, как сделать теплую атмосферу в вашем доме. Ну, как вам понравились мои идеи? Ставьте лайки, если вам все понравилось. И смотрите, сейчас покажу технологию, как и что я делала. Я все делала. Вот эти вот коробки у меня достались мне от вот этого шкафа, и я их немножко припрятала. Очень рада, что они мне подошли. Вот это была перекладывающая такая картоночка, которую я использовала, но в принципе можно и самим что-то сделать. И вот такие вот элементы тоже это из икеевского шкафа. Так, дальше. Это я в Пятерочке купила, это в фикс-прайсе. И обыкновенный кусок обоев. Подарочки у меня ребенок делал из какой-то фольги от конфет остались, то есть это такие свои подарочки. Ну и просто мы вырезали из такой бархатной бумаги сапожки. Мышку мы купили вязаную на ярмарке, но посмотрите, какая она прелесть. Мы решили, что она здесь у нас пусть поживет около нашего камина. Картина, где зайка заглядывает в окно, где светится елочка. Thank you.
Дальше. Это в пятерочке. Вот такие вот можно деревья купить. Звездочки купила в фикс-прайсе. Это тоже Атакея. Видите, она была такая рифленая, и мы ее ввели. У нас получилась черепичная крыша. Камин и дом сделаны из одного и того же картона. Елочка в Майшопе купленная. Ну, это трубочка. Зайку сделали из носочка, этого я уже показала. Ну, надеюсь, что у меня эффект, что зайка подглядывает в окошечко, появился. А здесь Дед Мороз заглядывает к вам в окно. Как, ждете вы его? Нарядили ли вы свой дом? По-моему, тоже в Майшопе я купила вот этого Деда Мороза. Это мешочек из фикс-прайса. Веночек в пятерочке купила. И обои, ну, самые обыкновенные. Не знаю, может быть, мы здесь поменяем еще что-то. Просто вот остались вот эти узелки, которые я отсюда отрезала. И у меня ребенок захотел сделать цветочницу. Ну, пусть будет пока такая такие цветочки. Хотя, может быть, я поменяю на елочку. Ну, как вам понравились мои идеи? Ставьте лайки, если вам все понравилось. Thank you.